Я вам сейчас такое покажу, вы просто офигеете. Это сочная и натуральная ПП-колбаса. Делается она очень просто, и она очень вкусная. Я ее просто обожаю. И не только я. В этой колбаске всего три ингредиента. Курица, желатин и немного свекольного сока. Я обожаю этот рецепт за то, что он очень простой и легкий. Все, что нам нужно сделать, это купить целую курицу, купить 50 грамм желатина, сварить нашу курицу, возможно, с овощами и специями, как вам захочется, разделать ее, выбросить косточки, пропустить через блендер, добавляя немножко бульона. В это время желатин наш, когда набухнет, растопить его. Можно на водной бане, можно в микроволновке. Добавить в эту смесь, все разлить в бутылку и оставить на ночь. Утром нежнейшая ПП-колбаса уже будет готова.